кавычках. Ярик. Не помню. Вот. Многие все считают, я считаю, не без оснований, что вот там был и положен конец Советскому Союзу. Вот с правой стороны это парламент. С левой стороны дворец современного искусства. Американец по проекту американского архитектора. А вот он. Вот это вот здание такое, алюминиевое. А это памятник Маннергейму. Маннергейм очень уважаемая личность в Финляндии. Хельсинки насколько большой город? Ну, Хельсинки небольшой город. Хельсинки сам по себе, как территориальное и городское образование, он это 500 тысяч жителей. Но он такой раскинутый город. Это вы почувствуете. А значит, с пригородом, потому что это конгломерат такой. С пригородом вместе это примерно 1 000 000 жителей. И в Хельсинки, вот во всем этом регионе столичном проживает 1/5 населения Финляндии. То есть это концентрация большая. Да. Мы сейчас переехали, я смотрю. Не, ну понятно, что на такой территории, которая по площади равна Германии, проживает 5 миллионов человек, ну пускай там на севере, в Лапландии, значит, это... Где, Лапландия, да? Да, да, да. Если, так сказать, вот есть интерес в Финляндии, какие-то в дальнейшем будут контакты и желание приехать, то имеет смысл, обязательно имеет смысл в Лапландию приехать. Это самое интересное, ну такое, ну, пожалуй, самое интересное, ну, характерное для Финляндии. Место и... Ну вот, если в Германии 60 миллионов человек проживает, стоп, не 60, по-моему, 80 миллионов человек, в Западной Германии было 80 миллионов, то здесь проживает всего 5 миллионов на той же самой территории, можно себе представить. Если в Германии там от деревни до деревни, там просто практически все в прямой видимости, особенно в центральной и южной Германии. Там сплошные просто поселения, образования. Лен. Это федеральный номер. Набираешь 7, а потом 901 сразу же. 7 и сразу. Да. Ну а рынок недвижимости насколько ликвидный? А? Рынок недвижимости насколько ликвидный? Ну, естественно, это связано, конечно, с, вот, с миграционной ситуацией в Финляндии. В Хельсинки. Я могу сказать, что, значит, с того времени, как я приехал в Финляндию, за 10 лет, за 10 лет, да? 11, ну, 12 год, значит, за это время жилье в Хельсинки, стоимость жилья в Хельсинки увеличилась почти в 2 раза. Больше. Все зависит от того, естественно, какую. Может, такую цену поставить, что она и в год не продастся. Но средний срок продажи вот здесь, вот на рынке, сейчас, вот сейчас, ну, сейчас, правда, определенные... Время такое характерное, люди вернулись из отпусков и перед зимой меняют жилье и так далее. Это, я думаю, что 1.5 месяца, месяц, в зависимости от ситуации. Ну вот, исчисляется это неделями. Выгоднее иметь или арендовать? Вот я 11-12 год живу, я в своем собственном живу уже 4-й год. В Финляндии очень высокий процент людей, которые владеют своим собственным жильем. Это порядка 65-70%. По налогообложению. Недвижимости? Да. Невысокая. Невысокая.
во-первых, государство стимулирует. Вот это вот рыночная площадь и порт пассажирский. Вы как раз будете напротив терминала жить. Конечно, ну не получил, а вкладывал деньги в недвижимость. Мне, например, я могу сказать, в Финляндии очень высокая высокий процент, прогрессивный процент налогообложения доходов. Значит, если... Ну как, сколько процентов? Ну я могу сказать, что с моей заработной платы у меня почти половина уходила на налоги. У меня заработная плата, ну, не самая плохая была, когда я получал заработную плату, работая на предприятии. Я на заводе на этом 10 лет работал. Единственное рабочее место у меня было. Я приехал и практически сразу же устроился на этот завод работать. Вот. Значит, у меня было 46%, что ли. Значит, средняя заработная, могу пример такой привести. Средняя заработная плата в Финляндии, она составляет примерно сейчас 2000 евро, 2300 евро. Это нормальная средняя заработная плата в Европе. Вот. Для Европы это очень хороший уровень средней заработной платы. Значит, я полтора года в Германии в Западной жил. Там примерно заработная плата, уровень заработной платы в Финляндии сейчас такой же. Покупательная способность. Вот по поводу покупательной способности. Ну, из-за того, что, во-первых, высокая степень налогообложения, поэтому это накладывается сразу же. Раз. Второе. Финляндия очень социально защищенная страна. Очень многие расходы покрывают из государственных источников за счет страхования, обучения, медицины и так далее. Yeah.